Приветствую вас, мои дорогие зрители, меня зовут Лилия Донскова, и сегодня у нас обзор первого заказа из второго каталога компании Oriflame. Заказ на 207 баллов, но в заказе огромное количество подарков. Я участвовала в акции «Живи со вкусом», надеюсь, вы тоже в ней участвовали, и потратила пока что 2000 баллов на такие продукции, как гейзерная кофеварка, набор кухонных аксессуаров, сотейник, ой, какой классный долгожданный сотейник, и гвоздь программы — это столовые приборы на 6 персон. Вот такая вот огромная коробка. У меня еще оставалось около 200 баллов, и продолжаю баллы копить. Помните, что если вы регистрировали новичков в первом каталоге, то все их заказы, которые они будут размещать еще во втором каталоге, в рамках 21 дня с момента регистрации, они вам тоже все суммируются. Соответственно, вы можете подкопить еще больше баллов, чтобы выбрать понравившуюся вам продукцию для кухни. А сейчас давайте рассмотрим немножечко все поближе, повнимательнее. Итак, посмотрим самую объемную, самую дорогую вещь. Это набор столовых приборов, шикарное оформление. И как это открыть? Все в бархате. Ух ты! И смотрите, все разложено под пленочкой, и один наборчик лежит вот так отдельно. Ой, какая прелесть! Мне вот ножичек было интересно посмотреть, как его достать. Смотрите, какой нож! Фантастика просто! Ну и, соответственно, вилка и ложка. Красотища просто! Я уже хочу гостей! Так, следующее. Посмотрим гейзерную кофеварку. Она тоже в коробке, упакованную все. Открываем. И она подходит для всех типов плит. Это как такая модная турка. Ух ты! Как она стильно сделана! Слушайте, я, конечно, такую штуку первый раз вижу. Будем пробовать, наверное, даже отдельное видео прям запишем, как ей пользоваться. Ух ты! Но выглядит она необыкновенно. Очень красивая штука. Следующее — сотейник, но я его пока не планирую открывать. Но мне уже дизайн очень нравится. Потом открою, когда новую кухню поставят. На 28 сантиметров диаметр. Смотрите, глубокий, такой стильный, объемный, с крышкой. Супер, супер. И набор кухонных аксессуаров. Сейчас я их открою и вытащу. Получается, здесь 5 предметов. Половник. Шумовка такая, чудесный молоток. Ух, какой он увесистый. Супер, молоток нужно еще. И толкушка. То есть все, что нужно на кухне хозяйки, у меня теперь есть. Я очень-очень довольна. Одним словом, я в восторге от этих подарков. И всего за 4 рубля, 1 рубль каждый продукт стоит. А мы посмотрели сейчас вот суммарно этот набор со скидками на Озоне, получилось 11700. То есть если бы я это все захотела купить, даже с максимальными скидками, 11700. Oriflame, я тебя обожаю. Так, давайте смотреть мой заказ. Заказ, как я говорила, на 207 баллов, и еще много сюрпризов в заказе. Самое главное, новые каталоги уже приходят, каталог номер 3. То есть когда мы делаем заказ в текущем каталоге, мы получаем уже следующие, чтобы можно было с ними работать. Также мне прислали каталог Norhen. Тут много новинок. Сниму отдельный обзор, чтобы вас познакомить с новой коллекцией ювелирной бижутерии
Терри. Я, кстати, люблю Норхен и много заказываю, практически с каждой коллекции хотя бы один какой-то набор я себе заказываю. В этой уже тоже присмотрела кое-что. Итак, гвоздь программы: как официальному обозревателю мне прислали на обзор набор масел. Я терпела, не открывала коробочку, ждала, чтобы вместе с вами ее открыть. Как мне интересно подегустировать масла. Распечатываю. Все так красиво упаковано. Как классно все оформлено. Давайте рассмотрим их поближе, и я немножечко расскажу про эти масла. Конечно, на них будет потом отдельный глубокий обзор. Ой, какая красота! Я прям чувствую себя обладательницей чего-то невероятного, прекрасного и очень полезного. Смотрите, как удобно. На каждом флакончике есть определенный цвет. И этот цвет обозначает, например, красный — это энергия, желтый — уверенность, зеленый — баланс, а голубой — релакс. Достаем нужный нам флакончик, открываем крышечку, а здесь уже есть роликовый дозатор, и мы им наносим на пульсовые точки маслица. Ой, как хочется мне их все уже перенюхать быстрее. В ближайшее время я сниму видео обзор отдельный и расскажу вам, как ими правильно пользоваться, для чего эти масла, как они на нас влияют, какая у них стойкость и так далее. То есть все подробнее ждите, прямо вот в ближайшее время будет полный обзор. Следующий сюрприз — это тоже новинка, новый аромат серии Giordani Gold Essenza Blossom. Я сегодня получила, когда заказ, прямо сверху в коробке лежал пробник, и я его быстрее нанесла на руку, вдохнула аромат, и он мне понравился. Вы знаете, я всегда переживаю то, что мне не понравится аромат, потому что хочется пользоваться таким ароматом, от которого просто кружится голова, все сыпят комплиментами. В Oriflame в последнее время часто выходят ароматы, и даже не успеваешь все перепробовать. Так, открываем коробочку. Волшебная упаковка. Ой, какой он красивый! Вау! Смотрите, какое чудо! Это волшебная упаковка. Giordani Gold Essenza мне очень нравится. Я надеюсь, что этот аромат тоже займет достойное место в моей коллекции. Даже не пшикаю, я чувствую, как он пахнет. Волшебно. Будем отдельно записывать видео, подегустирую, прям несколько дней с ним похожу, поношу, почувствую, как этот аромат раскрывается в деле, и расскажу о нем все подробности. А сейчас пока продолжаем рассматривать нашу коробочку волшебную с подарками. Так сделаем красиво, чтобы было. Кстати, всегда рекомендую брать тестеры, потому что если аромат просто подегустировать через каталог, можно не уловить какую-то нотку, не понять, как он раскрывается. Нужно носить на себе, потому что собственный аромат кожи, он смешивается с ароматом парфюма, поэтому на каждом ароматы звучат по-разному. И как он сработает, да, с нашим мозгом, да, как это все произойдет, случится любовь или нет, об этом вы узнаете только в тот момент, когда попробуете. Кстати, если вы заметили, у меня сегодня необычный макияж. Я сразу нырнула в коробку, достала этот карандаш из серии The One, такой зелененький, кстати, забыла, как он называется, но я все наблюдала за всеми, кто делает макияж, с этим карандашом, и поняла, что он мне жизненно необходим. И сейчас у меня ощущение, что уже вот-вот прям весна уже близко, она стучится к нам в двери, и хочется и в одежду добавить чего-то такого свежего, зеленого, синего, поэтому карандаш попробовала. Кстати, очень хорошо наносится, достаточно мягкий, но я думала, что цвет будет более энергичный. То есть он на самом деле такой приятный, спокойный, не броский, не режет глаз своей зеленью, поэтому я довольна. Буду теперь экспериментировать и делать разные варианты макияжа, запишу что-то отдельное, покажу, как его можно использовать, потому что можно его носить и внизу, и сверху, можно комбинировать с тенями и так далее. Будем пробовать. Со скидкой 50% я заказала себе крем для лица дневной
из серии Novage Экологен. И я теперь собрала полную коллекцию. У меня сейчас в использовании Ultimate Lift серия, она закончится, и я перейду снова на Экологен, потому что Экологен я люблю больше всего из этих серий, поэтому все время себе заказываю эту продукцию. Так, конечно же, витамины Wellness Pack всегда есть в заказе, и это четвертая пачка, которая приходит в подарок, и кстати за нее начисляют баллы. Я рекомендую всем, кто первый раз заказывает витамины, всегда оформляйте подписку, то есть вы когда добавляете в корзину код продукта, то рядом с кодом появляется такая круговая стрелочка, нажимаете на нее и выбираете оформить подписку. По подписке первые три пачки вы получаете за деньги, четвертая в подарок, и плюсуются баллы. Это очень выгодное предложение от компании. Так, что здесь? Это тоже себе заказала, сыворотка для волос. Я ее всегда заказываю, пользуюсь ей уже много лет, с момента, как только я с ней познакомилась. Эта сыворотка теперь всегда со мной. Бесподобно удобная такая штука для того, чтобы сделать идеальные кончики. Вот просто я сейчас не буду открывать, потому что у меня моя еще открытая, в ней почти половинка. То есть вы берете 1-2 капельки, растираете на кончиках пальчиков, чтобы маслица это согрелась, сыворотка, переносите на самые кончики, вот так вот разглаживая волосы, и с пальчиков это средство снимается на волосы. Расчесываться идеально, волосы глаже выглядят, и такие ухоженные, холеные. Всем рекомендую, проверенный продукт и очень классно работает. Так, это кто-то заказал, скорее всего это AZ крем, да, новый AZ крем. Откроем, посмотрим. Вот такой тюбик, да, дизайн поменялся, цвет упаковки стал более такой розовый, предыдущая была желтоватая упаковка, а это кремово-розовая. Посмотрела, у нас всю серию The One переводит в такую цветовую приятную гамму, замечали? Также можно сказать и про бальзамы. Новая помада с эффектом металлик уже в таком дизайне, мне нравится, замечательно выглядит. Вот такие вот бальзамчики. AZ бальзам предыдущий мне не понравился, я решила попробовать новый. Не могу сказать, что я рискнула, я в любом случае стараюсь заказывать новинки, все попробовать. Ну, аромат мне кажется очень похож с предыдущим, буду пробовать и запишу или сторис выложу коротенький, чтобы сказать отзыв, или в каком-то из обзоров пообщаемся. Кстати, по вторникам я провожу прямые эфиры, и на прямых эфирах я всегда рассказываю свои впечатления, один под заказ, один себе бальзамчик. И тоже как официальному обозревателю мне прислали еще пудру, получается аромат, масла и пудра. Будет новая пудра в серии Giordani Gold с матирующим эффектом, мне кажется впервые в серии Giordani Gold такая пудра. Посмотрим ее дизайн, она такая прям плоская, черная, и мне нравится, что нет золотых элементов по бокам, потому что на предыдущей коллекции они просто облазили. Легко открывается, вот прям легко поддела. Есть зеркальце, есть пуховка, большое зеркало во весь объем, и сама пудра. Ой, какой мне цвет хороший прислали, очень шелковистая текстура, какая гладкая, гладкая. Попробуем, я люблю все новое пробовать. И пуховочка такая мягенькая, тоненькая, хотя я больше пудры наношу кистью, но кстати, когда жирная кожа, лучше пуховкой вот так вот прижимать, запечатывать пудру, чтобы она лучше ложилась. Так, вот мы красоту тут все выставляем. Естественно, в заказе зубная паста, травяной комплекс. Это себе и открою прям сразу, потому что ее давно не было, и я эту пасту люблю и всегда ее заказываю, когда она со скидкой. А мыло Milk and Honey, мед и молоко с ароматом лаванды, мед и лаванда. Я пробовала, было жидкое мыло, кстати, должно быть у меня в заказе жидкое мыло, знаете, да, была такая история. Вот это мыло я заказала себе новинку, вот так вот открыла, понюхала прям при клиентке, такая, ой, ой, как вкусно пахнет, и она так понюхала, как говорит, ой, хочу, а продай. Продала, заказала 5 штук,
3 ей и 2 себе, то есть она еще 3 попросила, и их не было на складе, то есть я их забила в корзину, они были, потом я ее проводила, пошла делать заказ через пару часов, и их уже не было, и они не появились. Я думаю, когда-то оно же появится, это жидкое мыло, и тогда я себе сразу парочку закажу. Вот они, заказала парочку сразу, думаю, пусть сразу будут, пока не разобрали. И конечно же мыло, одно себе, одно у меня под заказ, уже не знаю куда что ставить, чтобы было видно и красиво. И много-много под заказ аксессуаров для ног, пилочки, они сейчас идут по хорошей акции, уже девчонки все готовятся к тому, чтобы встречать лето. Кстати, в этом каталоге на все, на всю коллекцию мыла огромные скидки, в том числе мыло с ирисом и шалфеем серии Essence и Co. Замечательная серия. Серия Beautanicals на 95% натуральная, эта серия. Мыло я уже такое пробовала, классное, просто очень классное. Наборчики, ой, какие наборчики, не вижу все, ну ладно, буду частями доставать. Любовная история с очень вкусным ароматом мыла и крем для рук, давайте пробовать себе обязательно. Я всегда из новой коллекции один крем себе заказываю, чтобы у меня была новинка. Пахнет вкусно, мне дизайн понравился, смотрите, как стильненько сделали, так выглядит супер, просто красиво. Пахнет вкусно, цветочно-ягодный какой-то аромат. Крем всегда приятный, он так впитывается хорошо, ласковый, нежный. Вот мне нравится, что нет липкости, он моментально впитается, и не будет липкости, не будет такой надоедливости от этого продукта. Так, это мне. Одно мыло тоже, естественно, себе оставлю. Дочке заказала мицеллярную воду, в этом каталоге акция на воду при заказе, по-моему, чего-то, что-то нужно сделать, я забыла что, и тогда мицеллярная вода всего за 199 рублей. И там же еще и скраб серии Optimus, который тоже очень классный. Так, под заказ шариковый дезодорант Valare, на последней страничке распродажи на дезодоранты. Укрепляющее средство заказали для ногтей, я тоже себе такое брала, мне так оно нравится, и тоже дизайн красивый, новая коллекция. Еще одна паста тоже себе, все себе заказали. Средства для умывания 3 в одном, серия Essentials, может быть неправильно какие-то слова называю, потому что я не учила английский, учила немецкий, мне немножечко бывает сложно. Так, 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 губки, губки, спонжики, это спонжики для нанесения тонального средства. Клиентка сказала, что это лучшие вот эти треугольнички, которые она пробовала, их очень надолго хватает. Здесь получается 4 спонжика в виде треугольничков, их можно крутить, там узенькая сторона, пошире, то есть действительно удобно наносить средство тональное на лицо. Консилер под заказ тоже заказала девочка, она приезжала, прям пробовала разные у меня консилеры и выбрала именно этот, сказал, что он ей больше всего нравится. Хорошо, дальше, дальше я заказала целую кучу масок, маски по распродаже, они всего, по-моему, по 39 рублей получаются. Маска для лица питательная, и я ими сама люблю пользоваться и дарю клиентам в заказ, просто вот представляете, в заказе как раз положили масочку, то есть не скидку делаем, а именно какую-то продукцию, чтобы человек взял ее, попробовал, запомнил, захотел еще заказать, чтобы у нас у клиентов был всегда больше интерес и больше информации о продукте, чтобы они уже знали, что заказывать. Заказали подводку Giordani Gold, это подводка гелевая, к ней нужна дополнительная кисточка, обязательно тоненькую остренькую кисточку специальную для подводок нужно к ней тоже приобретать. Заказали помаду серии On Color, оттенок нюд, кстати приятный такой цвет, он слегка, на мой взгляд, теплый, то есть он такой не совсем нейтральный, в нем есть такая, какие-то теплые нотки, но очень красиво. Отзывы хорошие на эту помаду, у меня заказывали сразу, как только вышли новинки, у меня заказывали их очень много и понравилось. Самое главное, чтобы людям нравилось, согласна?
Так что вот как раз наборчики, три набора какие-то в заказ, под заказ, один себе обязательно сюда поставлю, один надо дочке будет подарить на день влюбленных. Дезодорант Giordani Gold, тоже у нас дезодорант, вот здесь они стоят, идут по акции, тоже под заказ. И что еще важно, смотрите, когда вы делаете заказ, смотрите, что, чтобы в начале каталога идет акция, указываете специальный большой код шестизначный, и вам приходит за 69 рублей пробник крема для лица, пробник помады, пробник аромата, обычно это какая-то новинка, и один бумажный каталог. И смотрите, весь этот набор всего 69 рублей. Я очень рекомендую пользоваться таким предложением, это выгодно и удобно, то что у вас сразу маленькие пробнички, которые вы можете дарить клиентам, то есть три пробника и каталог, сразу есть что положить в пакете к заказам. И это еще не все, я тут на десерт кое-что припрятала. Два карандашика для глаз, карандаши тоже сейчас идут по акции, один оттенок серый, другой темный какой-то цвет, карандаши очень очень хорошие. И та-дам! Самое главное, гвоздь программы, еще один гвоздь, это набор для мужчин, всего 299 рублей, пена для бритья и гель после бритья в таком красивом дизайне, в стильном, то есть нашим мужчинам нужно готовить подарки уже, и день влюбленных скоро, 23 февраля, маленький приятный подарок, который можно подарить и близким, как, так, ну, как знак внимания в коллективах, когда кооперируются все на подарки. То есть вам сейчас идея, найдите, вспомните, кто у вас работает в коллективах, где есть мужчины, и предложите им такие наборы заказать либо как дополнение к подарку, либо как подарок, все зависит от того, какую сумму готовы потратить на подарки своим мужчинам женщины. Это, по-моему, очень чудесный вариант. И в заказе у меня таких наборов целых 6, 6 пен и 6 бальзамов, и это все под заказ, а одну себе подарю папе. Вот теперь коробочка пустая, вот они, бальзамчики, смотрите, сколько красоты. Я, конечно, очень довольна своим заказом, особенно посудой, которую я получила в подарок, и очень мне понравился карандаш для глаз, я им уже с удовольствием пользуюсь, и мне нравится вот этот эффект, что глаза стали такие большие, светлые, какой-то вот новый макияж, то, чего мне давно не хватало. Вот, пожалуй, все рассказала вам. Я вас благодарю за внимание, если обзор полезный, ставьте лайк, если есть какие-то вопросы, пишите в комментариях, если есть свои какие-то дополнения, тоже пишите, я с удовольствием с вами всегда общаюсь в комментариях, и до новых встреч, оставайтесь на нашем канале и подписывайтесь, внизу под видео есть колокольчик, нажимайте на него, и вам всегда будет приходить оповещение о том, что вышло новое видео, а их в ближайшее время будет очень много с новинками. Пока-пока. Нет-нет, еще не пока. Стала выкидывать коробку и нашла в ней еще один продукт. Это тени Рефил. Я заказала их для себя. Такой красивый зеленый, оливково-зеленый какой-то оттенок с золотом. Буду пробовать. Ждите от меня новых макияжей. А теперь точно пока. Кстати, проверяйте внимательно коробки, а то можно выкинуть какую-то продукцию.